Привет, ребята! Вы на канале Робкэт? Да. И у нас сегодня наконец-то видео с Джиниусом. Да. Помните, мы обещали в прошлом видео? Да. Ну, мы его тогда не снимали, но я как-то... Потому что Роберт заболел. Да, вот заболел. Да, и вообще, представляете, заболел так, что у него пропал голос. Да. Он был похож на какого-то маленького гусенка. Он так говорил, да. Вообще ничего не было слышно. Поэтому да. Наше видео немножечко перенеслось. Ладно, да. Сейчас не об этом. Да. Самое главное, что у нас наконец-то будет турнир. Да. И с кем? И с Вайроном. И знаете, почему мы выбрали Вайрона? Потому что он защитный. Джиниус защитный. Вайрон защитный. Да. Мы узнаем, кто круче из защитных боев. Джиниус или Вайрон. Да. Будете знать, какой бой лучше купить. Угу. Так, ну что ты расскажешь? Я расскажу то, что Вайбран владеет в океан Мурасаки, а... Да, в мультике им играет Кио Мурасаки. Да. А Джиниусом кто? А Джиниусом из лучшей четверки, ну, или лучшей пятерки в мире. Ого, ничего себе. Да. Джошуа Бэнкс. Это такой актер. Да. Какой холливудский. В мультфильме. Да, холливудский. Так, ну что. Кстати, обзор распаковки Вайрона у нас есть видео. Да. И также на Джиниуса тоже есть видео. Кто не посмотрел, смотрите. И в мультфильме, конечно же, Джиниус выиграл. Да. Точно? Точно. Ну, а вы пишите комментарии, Джиниус или же Вайрон в мультфильме выиграл, кто из них? Да. Давай. Я смотрела. Не подсказывай, Роберт, не подсказывай. Пусть ребята угадают, кто выиграл в мультфильме, да? Джиниус или же Вайрон. Ну, что мы вам скажем об этих бейблейдах? Значит, оба защитные, да? Это мы уже выяснили. У Джиниуса 6 лезвий. 6 лезвий. А у Вайбрана, короче, больше. 8. Да. 8 лезвий. И Вайрон по характеристикам чуть-чуть тяжелее. Да, и он, не помню, правда, может чуть-чуть немного более защитный. Да, у него, кстати, показатель по защитности чуть-чуть, там на пару позиций выше, нежели у Джиниуса. Ну, это мы проверим. И что еще ты скажешь? Джиниус, у него такая крутая штука, он может подниматься. Во время атаки он поднимается. Да, и его очень сложно разбить. И наконечник тоже поднимается, поэтому его очень сложно разбить. А Вайрон преимущество в том, что у него наконечник плавающий. Да. Это тоже свободный. Очень классно. Он может балансировать. Да, если его при ударе ударит, он может хорошо ловить равновесие. Класс. Можно такой вот наконечник, только другого цвета, есть у Б третьего сезона. У Вайрона? Нет. А вот так у кого? Ух, Хазар Карбеуса. Это зачем нам? Ну, он сейчас не Хазар Карбеус, он сейчас Питер. Да. Так, ну что дальше? Мы все о них рассказали? Да. А теперь кто будет как им играть? Ну что, давай на УЕФА, а то все время ты новым играешь, мне это уже надоедает. Давай. Первые ножницы. Хорошо, первые ножницы. УЕФА. 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 Ты... Ой, я так, ладно. Так, я выбираю. Точно? Да. Только один раз не до трех очков, как бы, выглядит-то. Ну ладно, хорошо, выбирай. Вайрон. Вайрон? Да. Ну спасибо, даешь мне новый. Блин, супер, ничего себе, даже не ожидала. Хорошо. Ты явно наигрался, когда болела. Да. Все понятно. Давай. 3, 2, 1. Так, первый наш, да, запуск. Посмотрим. Они друг от друга на расстоянии, как видите, да, сбежались в разные стороны.
Да, и по-моему потихоньку начинает замедляться. Что значит что-то? Защитный удар. Ого, круто. Ну подожди, что защитный удар применят. Подожди. Сейчас посмотрим мы еще. Гиперзащитный запуск. Так. Ну что я тебе скажу? Пока непонятно. Да. Пока они как бы на одной скорости идут. И так да. Долго крутятся, заметьте, очень долго. Да, правда? Это же выносливый. Да, выносливый, есть выносливый. О, вайбер, качает. И Джиннис тоже покачивает. Покачивает, но он как-то ловил равновесие, интересно. А Вайбран... 1-0 пользует Джиннис. Ну что ж, попробуй. Попробуй, давай. Раунд 2. 3, 2, 1. О, наконец-то. Ого. Пошла так. Он что, поднялся, нет? Нет. Не поднялся еще. Значит, слабо, да, какую? Да. Ты не поднялся тоже? Значит, у тебя пока что циклонная петля нету. Да, это его конек, знаете, да? У Джеймса циклонная петля. Нет. Не поднимаешься. Почему ты не поднимаешься? Это слабо удар для тебя, что ты уже замедляешься, Джиннис, эй. У него, короче, еще какой-то, я забыл, какой, правда, называется этот. Напишите, прием. Кто вспомнит этот прием. Да. У Джиннис, который. Вот так вот у него торнадо, угу. И он в середине торнадо. Слушай, подожди, так, тихо. Вайбран, гиперзащитный удар! Так, Вайбран, да! Сравняли наши, да? Купальщик в лапках. 1-1. Сейчас будет у нас раунд номер 3, который будет, я думаю, решающим. Да? И мы играем до 3 очек. До 3 очек? Да. Ладно. 3, 2, 1. А может, да, если кто-то кого-то разобьет. Если разобьет, то да, возможно, будет решающий. Ну, это мало ли да. Джиннис поднялся. Да, у тебя уже есть. Ты что-то атакует. Петля. Циклонная петля. У-у-у. Так, ну что? Джиннис? У Джинниса очень хорошая скорость. Ну, я бы сказала, что он немного пошатается. Да? Так. Ну, он шатается, но скорость у него неплохая, на удивление. А Вайбрана скорость ниже. Не, я вот... Сейчас мы посмотрим, будет ли у нас еще один тобой. Вайбран, гиперзащитный удар! Так. Смотри, Вайбран уже начинает останавливаться. Замедляется Вайбран, Сейчас, по-моему... А Джиннис, куда ты вон? За что? Слушай, ничего себе, ты видишь, что творится, да? Так что? Получается, что пока у нас 2 очка в пользу Джиннюса. Да. Так, ну что, поехали. 3, 2, 1. 2 очка в пользу Джиннюса, 1 очко Вайрон. Ага, пошла атака, да, так слабенькая. И разбежались в разные стороны. Так, атакуем с тобой, Вайрон. Умоляю. Атаковать? Да. Так, ну Джиннис в этот раз не поднялся, значит, слабенькая атака. Да. Угу. Вот, по-моему, он замедляется. Слушай. Ура! Потому что он сильно атаковал Вайрона, на это свои силы потратил. Понимаете? Ну, что с этого получится? А Джиннис с тобой не уймется. Вайбран тоже. Да, два. Я видел, он еще так прокрутился. 2-2. Вот это уже прям интересно. Напряжение такое, прям на пределе. 2-2. Я вот одет. Ты кольцо решила снять? Да. Одевай колечко. Нет. Почему? Это твоя... Хорошо, если ты так хочешь, не одевай. Это твоя фишка?
Ну как? Ну ты... Не, я не... Наоборот делаю, чтобы я был более... Ну ладно, я тебе решаю, хорошо, давай. Поможет ли тебе это? Три, два, один... Ого, ты круто запустил. Круто, просто круто запустил. Я же говорю, он будет сильнее крутиться. А жизнь снова атакует. Защитный, но атака у него тоже неплохая. Хотя по характеристикам у него атака слабенькая. Да. Угу. Поднялся Джиниус. А будет стоять. Ну, да, он крутится, как ничего не бывало себе. Да. С одинаковой скоростью. Благодаря посмотрим, его наконечнику. Да. О, а Джиниус начал пошатываться. Колебаться. Вайран тоже. Но Джиниус немножко больше. Давай ставим обратно равновесие, а вот Джиниус... Все-таки... Вы видели, да, что получилось? Да. Вайран чемпион. Ну что? Я тогда круче делал защитный удар. Хорошо. Так что круче из защитных вайберов. Ну да, хотя Робертс не метил на турнир, и в этом турнире вошел в финал. Да. Кстати, видео у нас есть от этого турнира, смотрите. Да. Тоже. Правда, там с Прайсом Реплиан. Прайсом Реплиан сложно с ним было. Ребята, вы поняли, да, что у нас сегодня выиграл Вайвров? Да. Но Жениус очень-очень классно держался. Да. Тоже очень он хороший выиграл. Он очень достойно сражался. Ну, очень интересно то, что он поднимается, конечно, здорово. Вот такое насилие, наконец-то мы выясняли. Так что пишите комментарии, ну, ставьте нам лайки. Моя стратегия сработала. Молодец. Это очень хорошо. Ну, ребята, до встречи. Пока-пока. Пока-пока.